Сирия, может быть, многим вам известна, древнейшая страна. Сирия – это колыбель всех цивилизаций. В Сирии больше 10 тысяч лет. В Сирии есть города, как Дамаск и Алеппо, где жизнь продолжается уже несколько тысяч лет. Продолжительной жизнью, где все живут прекрасно, где никто не спрашивает другого, какая твоя религия, какая твоя национальность. В Сирии был найден первый алфавит. В Сирии была найдена первая музыкальная нота. Первая лодка была создана в Сирии. Первые Олимпийские игры произошли в Сирии. В Сирии очень много и много о чем можно говорить. Сирия выбрала себе свой путь развития. Сирия самостоятельна. Сирия до теперешнего конфликта не имела внешнего долга. Это о многом говорит. Сирия самостоятельна тем, что наш народ ест из того, что сеет, и одевает то, что производит. У нас своя пшеница, у нас своя текстиль, которая славится на весь мир. У нас свой хлопок, тоже один из лучших в мире. У нас все виды продукты питания, овощи, фрукты. У нас оливки. Сирия считается четвертой в мире по производству оливкового масла. У нас есть своя нефть, правда, не настолько, сколько есть в других арабских странах, но хватает нам на 40% нашей потребности. Вот именно из-за того, что Сирия выбрала свой путь, из-за того, что Сирия противостоит планам сил зла мира в гегемонии над нашим регионом и выполнении плана нового Ближнего Востока, из-за этого хотят уничтожить Сирию, хотят сломить волю нашего народа. И поэтому делают все возможное для того, чтобы именно уничтожить Сирию и разделить Сирию на маленькие государства, выполняя так называемый план нового Ближнего Востока. К нам перебросили всех террористов мира, всех наемников, фанатиков, радикалов мира на нашу территорию. Они там совершают ужасные акты, теракты против нашего народа. Они взрывают нашу инфраструктуру, убивают наших ученых, наших деятелей. Всем этим они добиваются, как я уже сказал, сломить нашу волю. Но сирийский народ при поддержке доброжелательных обществ мира, сирийский народ будет отстаивать Сирию, будет защищать Сирию, и Сирия победит. Мы здесь собрались сегодня для того, чтобы говорить о прекрасной акции, которую предложил господин Олег Софьяник с его командой пловцов, которые предложили поехать в Сирию и заплыть в Средиземном море из города Латаки в город Тартус или наоборот. Это дальнее плавание, и это плавание делается в поддержку Сирии и сирийского народа и сирийского руководства в борьбе против международного терроризма. Я от имени нашего государства, от имени нашей диаспоры, от имени посольства нашего хочу поблагодарить господина Олега Софьяника и его команду за эту акцию
и пожелать им доброй, удачной поездки в Сирию и заплыть удачно и вернуться сюда, в Украину, с хорошим мнением о Сирии, о сирийском народе и рассказать украинскому народу о том, что видели в Сирии. О реальности того, что происходит в Сирии, о правде о Сирии.